Начало рабочей недели. Понедельник. 9:30. Группа готова к выходу. В горы. Море. Бассейн. И вон туда в горы мы сейчас пойдем. Вот мы на вершине Айпетри. Ну, не на вершине, точнее, а на одной из обзорных точек. Вот. Пожалуйста, облака. Вперед! Вперед и вверх! Вот поднялись на вершину, пожалуйста. Вершина без названия, 1275 метров. Довольно высокая. Если я не ошибаюсь, можно будет уточнить попозже. Вон Куропаточья гора, на которой шары стоят. Так, вот сзади, это гора Рубка, такая достаточно высокая. Вот там вот, это гора Бойко. А вот там большой каньон Крыма. Вот нам туда. Время уже поджимает, скоро будет темнеть. Вот, и сейчас мы будем пытаться дойти до туристической стоянки. Все. Спустились вниз. Предположительно, на стоянку Баш-Дере. Маркировки нет, поэтому сказать сложно. Ну, тропа достаточно сложная, вся завалена упавшими стволами. Местами, правда, спиленными. Но здесь есть вода. Воды много. Вот. Стоянка. Еще раз говорю, так себе, потому что площадочки такие кривоватые. Ну вот русло. Налили воды, помыли посуду. И вперед. Вон маркировка. Следующая стоянка Бойко, а потом уже нас ожидает Большой каньон Крыма. Ну так вот. Кто сказал, что будет легко? Вперед. Да. А кому сейчас легко? Над большим каньоном Крыма и большим крымским каньоном. Ветер штормовой. Вперед. Ощущение, что там пустота.
Ну как впечатление? Отлично. Нашла шалфей. Пыталась купить. Ну ладно, ты расскажи лучше, как скалы-то. Скалы отлично. Скалы отлично. Вообще я могу оценить на единичку А. Да, вообще-то альпинистскую. Стремно было. Да, есть куда лететь практически. Да, ну, везде. Угу. Там тропа то сверху, то снизу. Вообще, где плохие участки, там тропа раздваивается, расстраивается. Куда хочешь, туда иди. Вот каньоны сухие, мини-каньоны. Тропинка очень непростая. Постоянно скальные выходы. Голубое озеро на выходе из Большого каньона, например. Река Кокоска. Очень красивые места. Действительно голубое. Давай. Ну а нам вниз, всего Соколиное.